Приветствую вас, друзья, на канал WebPlay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем прохождение игрушки под названием Survive the Aftermath. Четвертое обновление, Великие умы, или, то бишь, Greatest Mind. Всем приятного просмотра, друзья. Мы начинаем. Итак, друзья, сегодня мы будем заниматься производством. Будем улучшать производство, добычу всех нужных ресурсов. Бетона, дерева, все, что нам поможет развиться в дальнейшем. Так что давайте, не медлите, как говорится, а погнали. Так, смотрим, что нам надо сейчас сделать, во первую очередь. Так, секундочку. Мне кажется, слишком громко музыка играет. Мне даже не знаю, кажется. Ну, так получше. Итак, что у нас здесь происходит? Так, ну тут добывается бетончик. Отлично. Ты женщина, ты мужчина, ты готов? А ты уже, короче, отправляйся домой. Ты скинешь наши рейсы. У нас тут дяденька один есть, надо его тоже куда-то отослать. Пусть идет смотреть, что происходит там. Итак, что мы можем сделать? У нас что-то качается, не, базовое фермерство. Так, что у нас? Производство. Производство, энергия. Угу. Энергия ветра, энергия солнца. Ну блин, энергия солнца, конечно, хорошая. Давайте поедем по энергии солнца сначала. Да, потому что поначалу нам не надо будет очень много. Станция приема лома, где ты? Сюда максимум людей надо набрать. А я могу расширить? Да, я могу расширить зону. Отлично. Так, они будут работать на две станции. Так, что у нас? Доски нужны, доски. Так, проверяем, что у нас быстренько здесь происходит. Что они добывают? Они добывают у нас бетон. Что вы добываете, господа? Переместить рабочую зону. Нам нужен бетон и дерево. Вот так. Аббасть. Что у нас с ягодками? Кстати, ягодки добываются, да? Да, ягодки добываются. Отлично. Значит, что нам надо? Нам надо... Можем построить лесозаготовочную станцию. Где у нас дом лесничего? Он будет сажать. Да, он будет сажать деревья у нас. И там поставим рядом... Да, так и сделаем. Ну, вообще-то, блин, как-то не так я хотел. Ну, ладно. Значит, а что у нас здесь? У нас здесь... у нас здесь охотник. Значит, сделаем так. Тут у нас ничего не будет расти по-любому. Так как у нас там очень плохое. Так, аванпост. Тут нам будут дома строиться. Блин, да, ну мало места, куда вообще можно что-то пристроить. Ладно, значит, что делаем, друзья. Вот так ставим. Здесь будет дом лесничего, потому что, ну, во-первых, он будет помогать охотиться людям. И развивать, то бишь, это их не территорию. И а во-вторых... А, кстати, что я тут... А я строю, главное, строю, а мне что, еще надо подумать о том, что... Надо мне как-то построить и... Как у тебя, как его... Блин, потерялся. Добычу... И добычу его производства, партнерш... Ткани... А, нет, у нас есть уже такая. Что-то я говорю, потерялся. Ну, и инструментов надо, чтобы у нас строилось... И, короче, построим одну мастерскую инструментов заодно. Пусть она стоит где-то здесь у нас. Блин, здесь. Здесь не получится, да? Ну да, у нас получается так. Хорошо, одну поставим сюда. Я вообще-то, может, должен был дом поставить сюда. Столько идей. Почему здесь не хочет ставиться? А, ядерная дрянь это здесь тебе. Ладно, короче, ты знаешь, что делаем. Поставим сюда эту тему. Пусть он строится здесь. А, бетон сейчас приедет к нам. Наши друзья. Идите на базу. Ты, дружище, уже будешь на базе, да? Ну, ты разгрузишься, молодец. Херас 2. Разгрузится он. Ладно, посмотрим, что у нас здесь. Машину бы найти, блин, нам. Так, аптечки, тоже неплохо. Хорошо, ладно.
Так, что у нас здесь? Пластик, ну это для пластика нам надо создать сначала электростанцию. Так, вторую скорость рубаем, что у нас там слишком медленно работаем. Так, тут у нас уже будет сейчас все. Бетон у нас добывается. Люди отдыхают. Склад провизии построили. Так, переместить рабочую зону. Сразу же, стань где-то, ищем где-то... Вот здесь есть у нас местечко. Что у нас здесь происходит? Тут 9 пластмассы осталось. Окей, хорошо. А где следующая пластмасса? А, вот здесь следующая пластмасса. На этот раз я не буду сносить ее, мы просто переместим рабочую зону, так и будем экономить ресы. Вроде бы там не так уж много надо для этого, но все равно. Экономия не будет лишней, особенно на начальных стадиях развития, как говорится, да? Так. Нам нужно комплектующие, вот что нужно нам. Так, из солнечной, из... Так, энергия ветра. Покрыть панели, что надо, это солнечный... Плюс 40 прочности. Исследуем. Исследуем, исследуем, исследуем. Плохо, что не можно несколько направлений изучать. И вообще, у меня вопрос, кто это изучает вообще? Ну, кто это? Кто этим это занимается вообще? Потому что, ну, у нас же нету никакого лаборатории или станции по изучению чего-то. Аптечки у нас, что у нас? Он, кстати, надо будет аптечки забрать. Так, значит так, ты, дружище, скинул, да? Ты пойдешь сюда собирать аптечки. Окей, работайте, работайте. Кто-то колотит ворота. Маленький, семье нужна помощь. Мужчина и трое двое детей устроили у ворот настоящий пероплыв. Увидев вас, глава семейства бросает на землю рюкзак и тут же начинает рыться в недрах. Пожалуйста, мои дети очень хотят есть. Поделитесь с нами едой, а мы отдадим вам это. С этими словами он подтвергает вам толстую тетрадку с надписью «Конспект лекции по физике» на обложке. Принять. Отдадим. У нас картошка есть. Картошка была. А тут у нас еще картошка была. Странно. Кстати, о картошке. О картошке. Нам надо построить, знаете что, друзья? Хотя бы одну. А я не могу построить ничего, да? Ай-яй-яй-яй, как же так? Значит, надо будет следующую очередь, надо будет изучать сельское хозяйство. Так, сейчас у нас это построится, и это уже будет довольно-таки неплохо. Мы сможем торговаться. Тут быстро строят, вообще писец. Красавчики. И здесь сестры быстро строятся. Молодцы. Замечательно. Так. Что у нас по торговле? А мы еще никого не нашли. Значит, ты пока что тусуешься здесь. Так как у нас нету еще торговых точек. Так, 8 часов. Потом мы идем по пище и изучаем базовое фермерство. Маленькое поле, да. И выделка нож, кожи, дом зрелого, широкий... Окей, да, это мы выучим все. А как у тебя дома нету? Стопэ, я не понял. А почему? Ладно. Построим тебе дом. Пока этот бетон уберут, потом будет все окей. Как так этот человечек мне без работы работает? Ну, без этого. И до сих пор, блядь, сука, вот используют два металла, да, листа, чтобы, блин, это плохо. Это очень много, я считаю. Должно быть идентично. Дайте нам конденсаторы. Хоть мне хоть одну батарейку построить. Опаньки, здравствуйте, здравствуйте. Торговля, дипломатия, закрыть. Проходите, пожалуйста, только грядки не топчите. Луштон, люди из Лаштона. Завидными упорством выращивают на исключительных покрытых почвах все, что только можно. Себе представить, их поселение это огромная ферма с прочными теплицами и бескрайними полями, а склады ломаются от зерна, овощей, грибов и трав. Горожане, конечно, излишне увлекаются безумными теориями влияния радиации на растительность, но их сельскохозяйственные успехи трудно отрицать. Тем не менее, Лаштон следует быть осторожнее. Местные жители ревностно оберегают свои постапокалиптические сады. Закрыть. Дипломатия. Почему за дипломатия? Подожди, дипломатия. Что за дипломатия? Да подожди, подожди, иди сюда. Чуть-чуть. Так, дипломатия. Можем? Что-то тут так. Не, мы не можем. Мы даже торговать с ними не можем. Это как? Ладно, допустим. Закрыть. Еще там не проработано, смотрю, это.
Хорошо, ладно, что я хотел сделать? Я хотел проверить, что мы можем вообще сделать. Морковка, металл, железо. Так, это нам мы отошлем им 30. А нам надо... Значит, что сделаем? Мы подтвердить. И у них заберем металл. Возьмем еще одного человечка. Блин. И возьмем металл. Надо металл взять. Просьба подтвердить. Все, все окей. Мы сейчас работаем. Они, мы отвозим 33 дерева. Они нам 50 дадут металла. Отлично. Супер. А подожди, это что, мы моментально торгуем? Моментально торгуем? Это как? А, не, все, фу, я уж... Они просто, наверное, взяли уже сразу в этом... Ну, в, ну, зарезервировали все это дело. Так, пища. Фермерство, 15 часов, блин, так много. Ладно, черт с ним. 15 часов, будем работать. Временное пристанище? А. Так, 3, 3, 4, так, 4, 4 человека, 6 человек, 8 и 9 человек. Подожди. 2, 5, не, да, 5, 7, 9, ну что тут, Паш, за 11 человек, странно, ну ладно, посмотрим, что это будет в конце концов. Так, пластмасски нету, да, переместить рабочую зону вот сюда, дружище, вот сюда иди, бегать сюда. Так, что у нас здесь, работает, 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 и здесь уже закончилось. Иди сюда, ягоды собирайте. Вот сюда, друзья, вот сюда, вот сюда. Отлично. Собирайте. Так что тут так много этого? Что тут металл так много? Да, металла очень много. А это как они так собрали быстренько? Ну, красавцы, красавцы. Что могу сказать? Добывает металл 4... А-а-а. 4 единицы. Посмотрите как, а? Отлично, отлично, отлично. Женщина, ты как-то домой попадешь? Туда, иди вот сюда. Отлично. И ты дальше потом выбирайся вот сюда, в эту сторону. Ты, дрожжочек, забирай все. Ага, по 6 только берешь. Ах ты жопа. Ты приходи, забирай сюда. 300 забрал, да? Отлично. Супер. Ну что, у нас с едой пока что все хорошо, с ресурсами у нас тоже все отличненько пока что. Вот единственное, то, что единственного у нас ресурс не хватает, это людей. И надо как-то начать над этим подработать. Так, металл у нас тут делается, все отлично. Ягодки добавляют, травма коленных суставов. Ладно, у нас есть доктор, так что все нормально. У нас три человечка на носилках. Ой, на носилках, ну да, наносят материал. Так, этот у нас сколько у нас? 100% производства. Ты у нас переместить рабочую зону. Вот здесь очень много места, куда ты можешь посадить деревишки свои. И нам фермерство изучили, выделка. Что это такое? Плюс 280 склад провизии. Вау! Большая кладовая. Очень приятно столкнуться с проблемой нехватки. Очень. Приятно столкнуться с проблемой нехватки места под запасы пищи. Наведите прокладовой, сделать там пристановки, в ней влезть больше продуктов. Не, чисто ради, друзья, ради интереса. Ради интереса мы выучим это сейчас. Потом пойдем по этой части. Большая кладовка. Это нам придаст строительство большой кладовки или нам улучшит склад? Или нам, например, какой... Где у нас? Тут же был еще крытый склад, да? Вот он. Возможные ресурсы. Вот эти ресурсы я еще не встречал, друзья. Вот эти ресурсы я еще не встречал. Ну, скорее всего, где-то должны быть, но... Хер его знает. Так, ладно, что дальше у нас по плану? Нам надо дальше развивать. Ну, блин, мы ничего не можем развивать, потому что у нас мало людей. Я могу, конечно, построить что-то. А что-то строить, да тоже как-то не очень... Логично. Вот мы можем построить водонапорные башни, потому что это нам понадобится по-любому. Знаете что, друзья, блин?
Не знаю, как это будет выглядеть. Просто проэкспериментируем. Shift 1. Shift 2. 3. Они сейчас уносят все ресурсы отсюда. И куда они несут их? Странно. Так, 26 воды у нас. Ну, как получается, будет там это в багах. Но тоже как-то нелогично, блядь. Почему ты не можешь вот здесь сохранить это все? И как-то, ну, не знаю, или тут отдельную. Вот, например, отдельную территорию выделить, например, там как вот типа склада, который прилагается к этому, чтобы туда ничего не могли поставить. Не знаю, ну. И почему у тебя вообще нету дома? Это как? Как это у меня дома нету? Очень интересно. Да подожди, статистика. Сводка. Строение. Потребности. Строение. Ну да, там по одному человеку не хватает. Здесь склад. Мне очень интересно, кстати, почему он говорит, что... Но мне тут информация не показывает, что у меня нету типа людей. Так, они выучили, блин, мне просто... А, еще не... А, и все завершено. И какой склад? Подожди. И что это? Подожди, секундочку. Переместить рабочую зону. И какой интересный склад мы увеличили. А, склад провизии, этот. Да, да, да. Водонапорная башня завершена. Так, изучаем дальше. Выделка. Плюс одно лохно к производству. Дом зверолова. Отлично, пусть учат, изучают. Так, что у нас с людьми? У нас уже люди резнулись, да. Смотри, что здесь. Друзья, как вам насчет музыки? Вам нравится такой стиль? Это получается у нас драм-н-бейс, да? Да, драм-н-бейс. Так, что мы с тобой торгуем вообще, кстати? Блять, это мы... Лошара. Это получается предложение, они нам... Ух ты, блять, у них подсолнух есть. Это надо, в первую очередь надо купить, как только будет. Мы им дали металл, а они нам дали доски. Подожди, подожди, что ты не понял? Это же как ты... А, ну красный, мы отдаем им 50 металла, а они нам надают доски. Все, понял. Сколько мне дней на это? 11 дней на поставку. Мы доставили 6. Отлично. Мне вообще доски нахер не сдались. Так, пусть вода собирается. На черный день, как говорится, да? Ну, вот видишь, чувак бегает, блядь, у него дом должен быть. Счастье. Одиночный старик, к вашим воротам подошел, всех стран подношен плаще лицо, вскрыто копченым. Он избегает вопросов о том, откуда пришел, но предлагает клонить свои услуги за кровь и защиту. Он готов помочь вам в исследованиях, во время беседы незнакомец постоянно оглядывается вокруг. Не. Нахер, блядь. Таких мутных людей лично с ним нам не надо здесь. Так, тут все работает, тут все работает. А что там? Это что тут? А, развалин Дримано, дом снесли уже. Все хорошо, красавцы. Не, ну это скорее всего это баг просто, то что он без хаты. Давай проследим за ним. Походу они широкие. Широкие пирсы, так. Чем шире пирсы, тем больше на них помещается рыбаков. Чем больше рыбаков, тем больше у вас рыбы. Плюс это начали работать хижинное время. Окей. Ой, блядь, я все забываю, что мне надо сюда кликнуть. Сколько часов? 8 часов, нормально. Как раз нам с лестницы люди наши. Так, тут пластмасса, да? Ну, нам надо электричество, нам надо электричество. Надо искать. Так.
Надо постоянно кликать, чтобы у нас тут непростая работа не стояла. Так, все нормально, добывается пластмасска. Отлично, специалисты готовы к работе. Где-то женщина. Дайте нам запчасти, блин, ну. Серьезно. Надо было обойти целую, блин, эту, блин, целое поселение обойти, чтобы нормально. Ну, походу, они текстурки поменяли, да? Да-да, поменяли текстурки этого чуть-чуть. Или более такие сделали их. Детализированными. 6 досок принесли. Блять, эти доски. А, кстати. Мы же изучили. А, у них конденсаторов нету, бля. А у них нету там, грешным делом, в продаже их? Нет. Блин. Ну вот они там под солнышком надо, потому что в прошлый раз, когда мы проходили, у нас ну, просто не было какого-нибудь поселения, кто торговал бы под солнышком, чтобы полностью завершить цикл развития. Так, производство дальше поехали. Энергия ветра. Что у нас еще может? В колонии может что-то... Фаянсовый друг. В мире приезжает конец света, туалет водопровод, это связь, который обязательно продает ваши колонисты. Ничего не сравнится с минутами тишины и уведения на фаянсовом троне. Счастье, лачуга. Лачуга. Ну, не знаю. Коммунальное жилье, это неплохо. Давай коммунальное жилье изучим. Потом у нас что у нас? Крыша, это потом это улучшим. Безопасность. И исследование. Что у нас? Капремонт двигателя, автоэкспедиция... Плюс одно действие универсал. Ну, короче, будем потом как приближаться вот к этим, будем читать, что там да как. Так, что у тебя здесь, дружище? Где вы работаете? Над чем вы работаете? Ага. Переместить рабочую зону. Ой, тут будет, у них будет очень много работы здесь. А, это уже тоже максимально развито, да? Окей. Ладно, пусть они тут добывают все. Ягоды добываются, добываются. Все хорошо. Так, это все окей. Так, поле. Сколько у нас? Блин, 3 человека. Блин, мало. Потому что поле заберет одного человека, как минимум. Ладно, поставим одно сюда пока что. Туда картошечки посадим. Так, что у тебя здесь еще есть? Неизвестно, да? Незначительная победа. Окей. Давай тут комплектующие в жопе тебя. Комплектующие. Ожидание на строительство, давай. Работайте, друзья. Надо эту картошечку высадить или что-то у нас там есть еще. Или там какие-нибудь орехи, которые довольно-таки много и быстро растут. Текс. Кукуруза или картошка? Кукуруза низкая, маленький урожай, низкая, средний. Обычная. Низкий средний. Давай картошечку посадим. Пусть садит картошку. И вот куда это. Вот не понимаю, почему этот вообще тут бегает без. У него же есть хата. Он такой счастливый вообще. Лучше. Восторг. Идет рабочее место, станет. Нет. Не знаю, это какой-то, наверное, лак или что-то вроде. Пацаны, давайте подтягивайтесь, мне нужны люди. Безопасность. Плюс 40 прочность коммунальное жилье и лачуга. Отлей. Так, что по производству потом идем? И энергия. И энергия ветра. Подшипник ветряк. Прочность. Так, я понял, окей. Так, что у нас здесь?
Вот это меня бесит, что здесь посередине поля валяется это, блин, пластик. Тут надо будет ставить машину, и дома нам не поставили построить здесь. И мы будем, конечно, сейчас ориентироваться на коммунальных жилищах. В связи с тем, что, ну, они будут более выгодные. И они меньше места занимают, видите? Так, поставим коммуналку сюда. Специалист готов к работе. Давай, вали этого. Пройдоху. А ты иди смотри, что здесь. О, наконец-то машина у нас есть, супер. Нам надо будет построить это, короче, производство. Так, а, у нас ребенок подрос, отлично. Бля, у нас один заболел радиацией, еп, твое. Это минус один человек. Это мы сносим. Дорогу сносим. Кстати, а зря я вот так сделал. Отмена строительства. Объясню почему. У нас же здесь намечена территория. Нам наоборот надо было ставить здесь дом. Но он по ширине он занимает такую же самую площадь, так что все нормально. И вообще, друзья, нет, мы сделаем по-другому. Отмена строительства. Уничтожить, 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 уничтожить. Дома. Раз. Блин, раз. Два. Три. Четыре. И... Сносим, 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 сносим вот это. Так. Ничего, не поживут без хаты пока что. Зато у нас будет побольше места. Что вы тут? Без крова. Минус 300. Сейчас будет у вас кров, не ссать. 8, 16, 24, 32 места у нас будет, да? Потому что дает 8 мест. И у нас хватает ресурсов, чтобы это все сделать. Так, а что здесь вот такое валяется? Ну-ка, блядь, снесли быстренько. Нечего тратить ресурсы на это все дело. Так, первый дом есть. Строительство завершено, коммунальное жилье. Отлично. Сейчас будет второй домик готов, это уже 16. И останется еще один домик построить им быстренько. И у них будет уже полностью кров. Потому что почему строим коммунальное жилье? Потому что если они ничего не изменили. Здравствуйте. Ученый. 4 взрослых. Отлично, забираем, берем, берем. Даже не раздумывая. У нас 7 сейчас человек, отлично. Значит, мы сейчас сделаем вот так, сюда одного. Одну женщину сюда. Так, у нас 6 остается. Один сюда, иди сюда. Так, подожди, чтобы вот это, друзья, исправить, вот просто берете за верхний черный уголок, да, вот здесь. И тащите, куда вам надо. Отлично, 6 человек еще у нас стало с плюсом. Замечательно. Так, это добывается, добывается, ягоды добывается, все добывается. Замечательно. Инструменты производятся. Ой, сейчас сколько много инструментов уже у нас. 43 и 23 курточки у нас. Отлично. Добавим. Потом добавим еще одного человека здесь. Так, у нас и изучили, да, уже все. Так, СТП. Так, производство. Надежный склад. Вместимость 8000. Это тоже мы сейчас исследуем. Стеллажи. Еще повысим. Угу. Очень, мне очень нравится это новое... Это что такое? Это кто такой вообще? Это что такое? Это текстура, это, блядь, зомби какой-то.
Очень нравится новое, это переработанное дерево, просто шикарно. Мне очень нравится, не знаю. Как вам, друзья, нравится? Оставьте в комментарии под эти видео со своим мнением по поводу этого дела всего. Так, ну пока что доктор один хватит. Так, что у нас здесь с пластмассой добывается? Добывается 42 пластмассы еще. Здесь 89 металла, здесь 40 металла, еще много металла у нас здесь. Открытый склад, хорошо, хорошо. А у нас женщины, блядь, эти готовы. Женщина, как там вот ты? Скоро его додубасишь уже? Мне уже запарило тебя ждать. На нахуй в табличете. И что у нас будет? Ну, наука тоже неплохо. 7, блин, еще ради одного надо будет это все делать. Машину бери. Ну, мне сейчас надо достроить, в первую очередь надо будет строить тогда... Ты у нас ученая, да? Ладно, иди сюда тогда. А ты сюда ставь кукурузу. Кукурузу, все, отлично. Так, 5 человек еще осталось. Блин, до сих пор тут один человек бегает. Ну, это какой-то лаг погоды. Когда я перезапущу игрушку, на это избавится от этого все дела. Как это специалисты готовы уже, блядь? Это что, это как-то так? Давай, собирай 500. Блин, взорвалось. Дяденька, забери одну эту аптечечку. Ты едь дальше. Я надеюсь, что потом в дальнейшем визуально будет, знаешь, как улучшаться, типа, визуализация нашего поселения. Наш, тут будут такие ворота, там такие, знаешь, мощные, там тут больше зданий, таких, знаешь, как в этих играх стратегических, там, цивилизация и так далее, и подобное. Чтобы, знаешь, как видите, что мощь растет, мы развиваемся, все отлично, все шикарно. Так, что у нас по исследованиям? 13 минут часов еще. Ну куда-то это впендюрить надо будет, чем надежный склад. Кстати, знаете, что мы можем сделать сейчас? Поставить вот такую красавицу вот сюда. Подожди, а? Просто сейчас, интересно, я могу тут дорогу проложить? Мне было бы интересно, если проложил, мог бы дорогу проложить. Хер с два. Ну, то есть сюда можно проложить дорогу, это типа то, что было по фэншуй все. И сюда поставим, знаешь, что, вот такой вот. И сюда. Ну, алло, а где? Нету? Есть только факел один. Первые признаки эпидемии уже дают о себе знать. Сначала кашель, следом за ним лихорадка. Люди валятся с ног, жизнь колонии направляется. Оу. Так, стопэ. Стопэ, друзья, стопэ. Вот это самое, мне не нравится. Это вот это зараза мне не нравится. Она очень такая, довольно-таки имбалансная тема. Хорошо. Значит, что мы, значит, что делать? В первую очередь нам надо строить сразу же, моментально строить еще пару медицинских палаток. Получается, сколько у нас идет человек? 2 человека, 4 человека. Блин, надо еще одну поставить палатку. Приоритет высокий. Высокий. Погнали. Мы должны выжить. Как эпидемия начнется, мы сразу снимем парочку людей от с рыбы. Отсюда заберем одного человека. А, тут уже нету человека, блин, еще. Значит, заберем отсюда по пару человеку. Даже сейчас мы выберем отсюда. А как и так? 6 человек. А, ну да, один же на поле пошел у меня. Так, доски, 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 доски. Давайте добывайте доски быстренько. Специалист готов к работе. Окей, ты у нас. Кстати, ты иди возвращайся обратно на базу, у тебя есть лекарства. Нам они понадобятся. Металл, отлично. Тоже неплохо. Что я хотел сделать? Что я хотел сделать? Так, стоп, 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 я сейчас подумать, надо подумать. Мне надо сейчас сразу изучать будет дерево. Лесопилку. Но главное пережить катастрофу, никого не потерять. Это самое основное. Блин, это смотрит не в ту сторону. Ну ладно, черт с ним.
Так, надежный склад готово. Хорошо, ладно, производство. Где-то было у нас. Где у нас это было? Пища, небезопасное исследование. Не, в производстве должно быть. Ремесло. Мастерская, переработка утилия, формула биотоплива, контрольное сжигание, прочие подшипники. А подожди, а где? Лесопилка, алё. Кухонный конвейер. Компримут двигателя. Паяльные лампы. Так, подожди, что это здесь? Коммунальное жилье, лачуга. Ну это визуализация. Школа. Я не вижу, друзья наши. Ветряк, ну. Хранение энергии, качественные конденсаторы. Ой, пилорама, вот она, ё-моё. И она сейчас требует энергию. Иди ты в баню. Ну ладно, допустим. Исследовать. Она типа сейчас требует энергию, это плохо. У нас нет энергии. Так. Надо пережить нам катастрофу, блин. Где доски, алё? Куда эти доски носят, не понимаю. 5. 2 человека. 4 человека. 6 человек. 9 людей, может. И почему они не приносят мне доски сюда? У нас 52 доски. Пусть рабочую зону. А пацаны, вы, бля, доски принесите мне. Так что у тебя есть что-то интересное? Нет, у тебя ничего нету. Конденсаторов нигде нет, друзья. Ай, блин. Не знаю, Люси, как ты говоришь, приоритеты вообще не работают. Я не знаю почему. О, наконец-то что-то притащили, блин. У нас остался сейчас, блин, сейчас начнется грипп, эпидемия. Так, давай, пацаны, давай. Как работаете, веселее. Ах ты, блядь, тут кто-то что-то строит, не? Да, тут один человечек есть. Так, если мы сейчас 4 положим, 4 человека, останется один на носилке. Нормально, хватит. Переживаю. Я ненавижу вот это самое противное, это вот эта вирусная хуйня, это просто бесит меня. Она с ней очень тяжело бороться, если, например, не успеть вовремя реагировать на это дело все. Ну вот и, бля, начинается жопошная. Ну, почти 3 палатки должно нам хватить. У нас сколько лекарств? 40 лекарств должно хватить. У нас антибиотик еще есть. 17 штук. Так что должно, по идее, все быть нормально. Должны пережить. Потому что он будет расти в геометрической пропорции. Сначала 2, потом 4, потом 8, потом 16, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Давай.
Ожидаешь чего? Ай, уже три заболели, жопа жопошная. А есть что-нибудь у нас в безопасности? Что-то там стеллажи, работа с отходами. Ладно, не-не, подожди, нет, не-не-не, подожди, сука. Да-да, колония. Исследование. Пища. Не, ну будет где-то в безопасности по-любому. Медсестры, крыша, работа с отходами. Ремонт медпункт, ну это понятно, стеллажи. Производство, что у нас производство? Энергия ветра, качественные конденсаторы. Электропилы, да, исследования. Потом мы это изучим. Тут никто не строит мне дом. Потому что 5 досок не хватает. Ууу, появилась группа незнакомых. О, вы с удивлением замечаете ворот пожилую сгробленную женщину со смотрящим лицом, напоминающий грецкий орех. Никто не видел, как она пришла. Хихнувшая женщина говорит вам, любите закаты, да вот вам такая. Чем я больше, тем меня меньше. У тебя стоит, а что я? Высокомерие, болезнь, ложь. Дыра? Дыра? Ну да. Это стандартная тема. Ну, получили еще 16 набьет, значит, мы точно проживем, и у нас будет все отлично. И мы не помрем. Сейчас у меня еще одна этета построится, будет вообще бомба. Лучевая болезнь, минус 8. Усталость, минус 3. Инфекция, минус 21. Боится смерть, минус 253. А что ты боишься смерти, блин? Все равно мы там рано или поздно все мы там будем. Давай, еще одного. И получается, один человек остается у нас, и все остальное, у нас будет все чики-пуки. Все будет замечательно. Ну или как лечит. Вообще бомба. Когда их там двое, а не когда один человек, да? Не, все хорошо, у нас три инфицированные, они все сейчас в больнице. Так что я думаю, у нас будет все отлично. Мы справимся там с этим напастьем, с этим омином. На пустыне природы. Ну что, крысы бегают, блин. Кроты, крысы. Что у тебя тут? Ты при смерти, что ли? Я не понимаю. Так, тихо. Я же хотел тебе набрать вот это. Конденсаторы дайте. Блять, не дают мне конденсаторов. А ты чё? Без очков еще действия, не понимаю. Ну давай уже заканчивайся, уже запарило меня. Ну да, не вдвойне потребляет. Прочность. Дает прочную защиту от природных факторов. Ну, супер. Но у меня нет ни одного сейчас замечательно заболевшего. Супер. Ти-ти-ти-ти. Мне еще парочку людей, чтобы они пришли ко мне. Три. Где они? А ну-ка, побежали лечиться. Лечить, сколько у нас антибиотиков? 28. Ха-ха, супер. Супер. 27, ну, 26 и 25. Где еще один? А, вот идет. Дайте ему лекарство. 25, все нормально. Лучевая болезнь, один болеет лучевой болезнью, это плохо. У нас нет йодных таблеток, это плохо. У нас, он все равно рано или поздно он умрет. И мы ничего не сможем с этим поделать. То, что он получил этот сраный дебаф, как говорится, да? Торговый караван прибыл, выгружает добычу. Ой, торговый добычу, блин, главное, выгружает. Так, давай сюда проверим, что у нас здесь, подруга. Блять, ты зачем сюда пошел? Пошла, вернее. Блин, инструменты. Нам надо машину срочно построить. Так, ты что, ты можешь... Незначительное поражение, не может им навалять лещей. А здесь? Незначительная победа. Пошел вперед.
электропила исследовать. Что-то тут она эта зараза задержалась у нас, блядь. Уже 2 дня нах, она с нами тут воюет. Она чисто, наверное, набрала цель, чтобы меня завалить просто. Две картошины. Так, с едой у нас-то как-то напряжно сейчас. Ну ладно, сейчас потом мы это врубим, здесь будет все нормально. Как только инфекция отступит, то бишь... Что такое? Одна из колонистов, например, женщина, которую вы раньше не замечали, пришла к вам с предложением. Она говорит, что ей нужно кое-что найти в лесу. И она объяснила, что именно она не может. Ее собирочной речи вы уплатите только, что речь идет о грибах или кажется, кричать, что он все равно проявляет слова. Отпустите ее. Ух ты, блядь. Рискнули мы. С этим эпидемия, конечно, скоро должна уже закончиться, потому что она слишком долго она здесь тусуется. Уже второй день, уже третий сейчас уже пошел. Ну, это самая противная такая продолжительная тема. Лучше всего метеорный дождь и вообще нормальная такая тема. Да, он там может по твоим зданиям шардан рахнет, но он не так долго происходит. Это там полдня, день макс. Отлично. Мы, друзья, пережили первую, то бишь вторую. Гадость. Так, ожидает пациентов. Все, выходите, пацаны. Ожидает пациентов, выходите. Я тоже отсюда выхожу. Здесь один человек справится. 6, так, сюда мы даем одного человека. Сюда еще одного человека. И одного человека сюда. Пока мы не найдем конденсатор. Но, походу, мы их никогда не найдем. Сейджфорд. Сейджфорд, жители этой общины, известны своим осторожным и нейтральным ответом. Многие из них убеждены в том, что причина всех бед в максимализме. Даже их военные врачи говорят лечать не только своих врагов, высказывая свое мнение и говорит прямо с чужаками, здесь не принято. Однако от торговли с ним никто не откажется, как я от торговли с вашим врагом. Ну, блядь. Дипломатия, торговля. О, что ты мне предлагаешь? Они мне предлагают. Подожди. Я сейчас не могу разобраться в этих иконках. Предложение получается в зеленом, да? Предложение в зеленом, да. Они дают. А в красном мы это мы отсылаем им. Отлично, я понял сейчас так. У нас нету ни одного, ни другого. Иди в баню. Ладно, идем дальше. Так, что у нас все перешли? Нет, тут еще не походил, чувак. Ты шел кого-то там мочить, да, вот сюда иди. Так, С, М. То, что в торговле у нас. Что там у нас там? Что там? Картошечку, картошечку. Он делает это, чтобы мы им что-то подарили, нам что-то выслать им. Давайте мусор отошлем им, потому что нам пока что мусор не нужно. У нас нечем его вообще использовать негде. Так что с исследованием? Энергии за 1 час остался. Прочность ветрака, это тоже изменим. Ну так что, друзья, я думаю, что сейчас уже часик уже идет, часик идет, да. Так что, я думаю, на сегодня мы закончим. И уже будем продолжать снимать. Я, может быть, поработаю чуть в офлайне здесь, пособирая ресики, чтобы вам что-то показать такое, чтобы это все на месте не стояло. Показать что-нибудь такое годненькое. А то тут вместе с вами, ну, видим, пережили мы катастрофу. Так что, друзья, если вам какие-то советики по поводу этой игрушки или, не знаю, напутствие к этой игре, пожалуйста, оставляйте под видео. В комментариях. Вот. Если вам понравилось все видео, подписывайтесь, ставьте лайки, нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение. А на сегодня я с вами, друзья, прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.